165-й влог, только пришел домой, канал КСГ, и хочу рассказать вам про маленький штатив, такой вот мини-штатив, и сделать его распаковку. Ценник у него вообще демократичный, просто реально демократичный. Надеюсь, будет видно, что он стоит 199 рублей. Штатив фирмы Dexp. Фирма Dexp, которая делает охренительные просто штативы. Давайте раскроем и посмотрим, что же тут есть. Есть штатив, коробочка, чек. То, что я его не стырил, а чисто купил. Штатив сам по себе маленький. Наверное, больше подойдет для камеры. Вот так вот он раскладывается и ставится на поверхность. Имеет резьбу стандартную. Наверное, для камер Sony будет вообще идеальным вариантом за такую цену. По идее, AliExpress, наверное, предлагает, ну, наподобие штативы, но покупая вот этот вот штатив, который выдерживает, тут вот есть надпись до полкило. Полкило это вообще нормально, да? 500 грамм. Камера обычная, вот моя беззеркалка, весит 392, по-моему, если не соврать, и 395. Это плюс еще 100 грамм будет в запасе. GoPro весит вообще 100 грамм. 90, по-моему, грамм. Поэтому для нее это там выдержать штатив GoPro, это просто там смех. Ну и выдвигается он от 13 до 18 сантиметров, смотря в каком положении он находится. Даже не знаю, как вам положить его вот так вот, на руке покажу. Вещь достаточно удобная. Кстати, вот этот вот угол наклона, вот этим вот колесиком, он регулируется. И можно колесик вот так вот в любую сторону, куда шарик повернуть, выставлять. Можно выставить вообще ровно и класть камеру именно ровно. Маленький штатив, незаменимая вещь, видеоблогера, просто офигительная вещь, которую можно ставить куда-либо. Но как же GoPro прикрепить на вот этот вот разъем? Вот как, спросите вы, как ты будешь крепить свою GoPro-шку, семерку на вот этот вот штатив? Все очень просто, есть вот такой вот переходничок. Видно, да? Такой обычный переходник с таким вот разъемом, да, с дырочкой, который вставляется на эту штуку. И, о, кстати, удобная вещь, то, что видите, что он может тоже крутиться, фиксируя то, что вы на него закрепите, например, камеру. Ну и в моем случае это будет крепеж. И все. Штатив под GoPro готов. Маленький, удобный, компактный, который можно вот так вот свернуть и сделать из него такой вот мини-ручку, держать ему на под. Ну и, в принципе, у меня есть, конечно, 3-way, да, там качество, наверное, получше будет, наверное, чем фирма Dexp. Но пройти мимо такого штатива я не мог. Люблю всякие такие вот вещи, а вещь действительно удобная. Вы можете взять камеру теперь, держа ее вот так вот, да, и снимать что-либо на камере с помощью вот такого вот адаптера. Сразу повторюсь еще, что просто так штатив имеет обычную резьбу, на которую GoPro не встанет. Но зато встанут, по-моему, SGK, потому что штатив универсальный, по идее, там, где есть резьбовое гнездо, отверстие, да, под резьбу. Любой штатив
имеет стандартное это отверстие, и сюда влезают как камеры, как экшн-камеры, беззеркалки, компактные фотоаппараты. В принципе, все из этой оперы может влезть сюда. И гарантия на фирму DEX. Фирма дает 1 год. Так что, если за год у вас штатив схряпается и что-то с ним случится, вы всегда можете поменять его. Это был обзорчик, такой вот прям малюсенький обзорчик штатива от фирмы DEX. Если тебе зашел обзор, подписывайся на канал, ставь палец вверх и звени в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео на канале КСГ. С вами был Серега. Пока-пока.